Всем привет! Продолжаем играть за Демон Хантера. Сорян, что серии задержались, ко мне тут двоюродная сестра заезжала. Нам нужно поговорить с главным телемантом Акулетом после того, как мы разобрались с Гул'даном и Элисандой. Куда мы держим путь? Судьба ночнорожденных. После твоего триумфального возвращения из Цитадели Ночи, Талисре пришлось вернуться во дворец по какому-то срочному делу. Она просила, чтобы ты зашла к ней. Поговори со мной, когда будешь готова отправиться к Талисре. Нам дадут маунта, монопарт, чародея. Класс. Шикарно. А маунтов дают у всех фракций на расколотых островах. Счастливого пути! Так, у тебя тут ничего не продается. Не все сразу. Я пришла помочь иссохшим. Нет, не то. Что у нее есть на продажу? Ну, опять же, шмотки. Стоит ли их покупать или не стоит? Ну, чисто для трансмога. Хотя бы наплечники может купить. Гербовая накидка помраченных. Ну, у меня другая гербовая накидка. Гильдейская. Рукавички мне не так нравятся. Ладно, потом как-нибудь куплю. Может, хотя бы. Ну, здравствуй. Я готова, Акулет. Пробуй, смотри, повторяй. Сим-сим, откройся. Отлично, полетели с Элисандой. Ой, тьфу ты, с Талисрой где-то там говорить. Отвоевали мы Сурамар. Теперь он под нашим контролем. Серия будет совсем коротенькая, на 6 минут. Мы просто сдаем задание. Вообще-то надо было как-то склеить вот эту серию с предыдущей. Я это должен был еще там сделать. Просто не заметил. На вершине ночного шпиля полны слуг и наложников. Нельзя дать им предупредить легион о нашей атаке. Так стабилизируем его. Мы больше не нуждаемся в колодце. Но можем подчинить его силу. Талисра, решать тебе. Давай, Талисра, решай. Пусть гибнет. Мы должны оставить ночной колодец в прошлом. Мы ответим за свои ошибки и искупим вину перед Азеротом. Ну ладненько, раз это твое решение. Здесь есть локальное задание внутри Цитадели Ночи, как я вижу. Перебейте личных телохранителей Элисанды. Но мы этого делать не будем. Хорошо, что ты здесь, Кверняшка. В конечном счете, ночнорожденные должны сами решать свою судьбу, не полагаясь на помощь чужаков, даже на твою. Мы несем тяжкое бремя, но пример Элисанды показал, что нам нужно покончить с зависимостью от ночного колодца и снова стать частью окружающего мира. Спасибо тебе за все, что ты для нас сделала. Да, серия, к сожалению, будет коротенькая, друзья. Надо было ее склеить с убийством Гул'дана. Сурамар будет свободен. Ну, то есть выполнить это задание в той серии. Вообще, а не склеивать. Так, вот он, монопарт. Но ничего, выложу две серии. Эту коротенькую и следующую. По возвращении из цитадели ночи первая чародейка Талисра приказала наградить лучшими скакунами из королевских конюшен всех искателей приключений, помогавших ей в освобождении Сурамара. Где это он? Вот он. Давайте вытащим. Нужно подойти поближе.
на панельку. Сейчас посмотрим на этого маунта и закончу эту коротенькую вырезку. Даже не серия, а какая-то маленькая вырезка. Так и назову. Монопарт. Колодец они будут уничтожать, как я понял. Ну, у них же есть дерево, да? Которое плоды дает. Теперь они от дерева будут зависеть, а не от колодца. Аркандор. Я слышу зов ночного колодца. Ночной колодец. Пошли на выход. Сядем на монопарда, глянем на него и все. Красивый маунт, ничего не скажешь. Шикарный. Жаль, летать не умеет, конечно. Было бы куда круче. Ладно, будем завершать. Что ж, друзья, такая коротенькая серия. Даже прощаться не буду, потому что следующая будет за этой. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Всем пока.